Здравствуйте, мы на выставке CPM 2019. Павел, расскажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете? Здравствуйте, мы представляем бренд ChinaRoss, который включается несколько компаний, которые это юрлица в России, юрлица в Китае, есть юрлица в Гонконге, то есть полный спектр компаний международных, которые включают, скажем так, логистический таможенный комплекс во всех странах мира. Но основное, это, конечно, направление Китай, Тайвань и Гонконг. Расскажите, пожалуйста, как повлияет обязательная маркировка на рынок одежды? Маркировка повлияет следующим образом. Скажем так, пропадет контрабанда, пропадет контрафакт. Ну, процентов, наверное, 95. Так же, как это случилось с меховыми изделиями при маркировке шуб и изделий из меха. Но это будет вот основное то, что, к чему ведет наше правительство, чтобы э, будет примерно как по алкогольной продукции. То есть будет полная отслеживаемость э, от производителя. Э, это будет э, так называемый QR-код, который будет клеиться на каждое изделие, с которым будет описание, в котором будет размер, в котором будет вообще вся информация о том, где он был куплен, как он прошел таможню и все остальное. Так же, как сейчас происходит с шубами. То есть э, абсолютно полная прозрачность, невозможность. Украсть деньги, полная оплата по налогам, соответственно, полные проводки денег. То есть никаких, никаких наличных. Скажем так, это будет проблема рынка Садовод, рынка Москва и рынка Южные Ворота. Там, где торгуют наши братья-китайцы, которые сейчас всю одежду на 99,9% завозят с контрабандой. Ну, видимо, это кому-то надо. Спасибо за такую интересную информацию. Очень рада, что так происходит. Спасибо.